чрезвычайное происшествие на Канатной. Во вторник, выпавшим накануне обильным осадком, добавилась и водопроводная вода, которая полилась по улице из поврежденной трубы. Оперативно на место ЧП прибыли сотрудники Инфоксводоканала. Там аварийная течь. Ведутся работы. Без воды сейчас дома по улице Канатной и некоторые дома на прилегающих улицах. Ремонтники пообещали к концу дня дать воду.